Всем привет, с вами Марина, и сегодня на своем канале я хочу вам показать свою новую рубрику. Будет она называться «Дневник правильного питания». В этой рубрике я буду вам показывать меню правильного питания на один день. И сегодня я хочу показать меню из говядины и овощей. У меня был кусочек говядины весом, наверное, 600 грамм. Одну треть этого кусочка я отварила. Обязательно покажу, что я из него приготовила. Вторую часть я тушу. Смотрите, у меня вот такие вот большие кусочки говядины. Добавила я несколько ложечек зимней заготовки, она у меня из морковки, она не калорийная, совсем-совсем чуть-чуть там масла. Дальше добавила томатную пасту, лук, все это пережарила, добавила лавровый лист, посолила, поперчила, добавила кипяченую воду. И сейчас поставлю это в режим тушения где-то, наверное, около часа. Что у меня получится и с каким гарниром я буду подавать, обязательно вам покажу. Так, на обед я приготовила рис и приготовила в мультиварке мясо говядину, которую я вам показывала. Она получилась очень низкокалорийная, потому что из жирного была только приправа из моркови, зимняя заготовка. Все остальное просто тушилось, лук, морковь. Сами кусочки мяса, на гарнир просто рис в пакетиках без каких-либо добавлений масел, пережаренного лука. Вот такой вот будет низкокалорийный обед. От отварной говядины я отрезала несколько кусочков, приготовила салат из капусты, по вкусу он напоминает салат из столовой, делается он с уксусом, с сахаром, с солью, добавляю я туда также зелень, и вот такой вот правильный ужин у меня будет. Перед сном хочу выпить чашечку чая вот с таким вот бальзамом Ильгумень и съесть несколько штучек вот таких вот сушечек. Тоже такой вот низкокалорийный будет перекус у меня перед самым сном.